Здравствуйте, дамы и господа, все участники конференции. Ввиду исключения, я попрошу у модератора и всех участников почтить память минутным молчанием невинно убитых граждан Казахстана в начале января 22 года. Также прошу почтить память... Sorry, if you could introduce yourself before opening your statement. Меня зовут Карлибай Бекмуратов. Из Казахстана. Также прошу почтить память невинно убитых граждан Украины, начиная с февраля, и которая продолжается и сейчас. Еще попрошу почтить память каракалпаков, вышедших на мирный митинг с 1 и 2 июля 2022 года, которые вышли защитить суверенитет Республики Каракалпакстана от покушения обобщенным узбекским и укупленным каракалпакским правительствами на законное право Каракалпакстана на отделение из состава Узбекистана, где мирный народ вышел на протестные митинги без оружия и только держа в руках лишь флаги Каракалпакстана. За этот мирный митинг каракалпаки были жестоко расстреляны, подвержены средневековой отпрешнине, пыткам и убийствам без суда и следствия со стороны военных палачей Узбекистана. Прошу включить таймер на 1 минуту молчания. Эту минуту вычтите из положенного мне времени. Спасибо всем за внимание. If you can resume your speech and if I could kindly ask you to keep to the topic of the session. Thank you. Все, спасибо всем.